Всем добрый день! И сегодня я нахожусь на Гоголевском бульваре. Здесь в 2007 году установлен памятник советскому писателю Михаилу Александровичу Шолохову. Памятник представляет собой бронзовую статую Шолохова, сидящую в донской лодке на реке. Позади лодки находятся плывущие в противоположном направлении лошади, выполненные из гранита. Лошади расходятся клином в разные стороны, которые символизируют раскол России на два лагеря – красных и белых – во время Гражданской войны. Памятник оборудован фонтаном, который подает воду на плиту с лошадиными головами, добавляя памятнику реализма. Проект этого памятника еще два десятилетия назад разработал Иулиан Рукавишников, а вот его уже сын Александр Рукавишников – завершил проект отца вместе с архитектором Игорем Воскресенским. Но этот памятник вызывает неоднозначное мнение разных людей, потому что даже летом иногда эта вода отключается по непонятным причинам, и тогда это выглядит, как говорят некоторые, кладбищем домашних животных. А изначально по проекту вообще предполагалось, что вода будет течь даже зимой, что фонтан будет с подогревом. Но вот летом без воды я этот памятник не видела, а зимой как-то проходила мимо, да, под снежным покровом эти лошади, головы лошадей выглядят несуразно. Но, как говорят, сколько людей, столько мнений. А я на этом закончу свое видео. Всем большое спасибо за просмотр. Я говорю вам до свидания. Еще обязательно увидимся.